чтобы родить ребенка. Потому что там красивые фотки. Чтобы жить в семье. А почему в семье хорошо жить? Потому что там семья есть. Потому что девочки влюбляются в мальчиков, а девочки в мальчиков. А как зовут девочку, в которую ты влюблен? Алла, Оксана и Лера. Ну, совсем что-то забыла. Они женятся, потом дают кольца.